Работы творческих людей могут сказать о них больше, чем биографические тексты. Глядя на картины, скульптуры, фотографии, мы видим и сущность автора, его вдохновение, мысли и чувства. Так британская студентка Рози Харди, рассматривая работы американского фотографа Аарона Найса, почувствовала в нем родственную душу. Рози Харди занимается фотографией и публикует свои работы на тех же интернет-ресурсах, что и Аарон. Молодые люди познакомились и стали обсуждать творчество друг друга, но вскоре это общение переросло в нечто большее. Переписка, телефонные разговоры, фотографии – все это атрибуты любви на расстоянии для каждой пары. Но когда Рози прислала Аарону свое фото, его ответ был столь романтичным и удивительным, что положил начало целому творческому проекту. Все дело в том, что Аарон не просто фотограф, он компьютерный художник, который хочет добиться того, чтобы его фотографии выделялись из миллиардов других и привносили оригинальные концепты. Он широко использует в работе все доступные инструменты – свет, костюмы, сценографию и постобработку фотографий. Неудивительно, что в ответ он прислал Розе не просто свое фото. Он поразил девушку, прислав снимок, на котором они были вдвоем. Аарон подобрал похожее освещение и фон, сфотографировал себя и сделал компьютерный монтаж. Таким волшебным способом фотография помогла этой творческой паре преодолеть расстояние в 7000 километров. Влюбленные стали и дальше делать совместные снимки, выкладывая их в своем блоге, у которого быстро появилась многочисленная аудитория поклонников. У этих талантливых молодых людей рождаются фотографии, глядя на которые невозможно поверить, что они созданы из двух отдельных, сделанных в разное время и в разных местах. Мы решили создать свой мир, в котором мы можем быть вместе. На этих фотографиях мы близки, словно настоящая пара. Так мы можем выразить любовь друг к другу, рассказывают сами Аарон и Рози. Фотографии, которые создает эта необычная пара, весьма разнообразны. Объединяет их только наличие в кадре обоих фотографов. Иногда снимки подчеркнуты нереальны. Иногда совершенно естественны и натуральны. Но всегда очень креативны и талантливы. Рози и Аарон доказали, что для любви нет никаких препятствий. Она выше всех преград, расстояний, часовых поясов. Своей историей ребята вдохновляют и поддерживают пары, волей судьбы, разделенные километрами. У этого виртуального романа счастливый финал. Спустя 9,5 месяцев общения на расстоянии, ребята наконец-то встретились в Англии на День Святого Валентина. История Аарона и Рози по-настоящему вдохновляет как на романтические, так и на творческие поступки. I think I know.